В преддверии праздника отраслевым профсоюзом проведен онлайн-конкурс среди первичных организаций дошкольного и среднего образования. Специальная школа-интернат города Кокшетау заняла первое место. Победителям вручены диплом и сертификат на сумму 75 тысяч тенге. Наша организация профсоюзная очень большая. Вот более 160 человек у нас сейчас состоит в профсоюзной организации. Принимали участие лучшая профсоюзная организация среди образования. Мы заняли первое место. Очень гордимся. Я считаю, что мы действительно заслужили эту победу, поскольку у нас наша профсоюзная организация охватывает вниманием и ветеранов, и каждого работающего. Более того, даже находится место, да, нашим детям, нашим воспитанникам. В текущем году профсоюзному движению республики исполняется 115 лет и 30 лет Федерации профсоюзов. В этот праздничный день стоящий мы отметили самых активных членов профсоюза, которые защищают интересы своих членов профсоюза, вот каждой организации, от образования до заводов. Хотелось бы вам еще раз поздравить этим праздником, пожелать крепкого здоровья, успехов, чтобы социальная защита рабочих была на высшем уровне, не допускать травматизма в производственных процессах и всего наилучшего. В Акмолинской области в рядах профсоюзов насчитывается более 72 тысяч человек. В завершении мероприятия состоялось награждение членов профсоюзных организаций. За упорный труд участники получили юбилейные грамоты и нагрудные знаки, а также благодарственные письма от имени акима области. Зарина Дюсикеева, Сабр Шериазданов, Абай Тулеген, Кокша Ахпарат.